что ты взял? Шурик. Так, шоколадка. Стоять. Шурик. Шурик. Моя. Ой, была моя шоколадка. Невозможно. Невозможно усмотреть. Кофе, чашку поставить невозможно. О, замок открывает. На чехле. Сейчас ежика вниз. Мне нравится, вот так вот он ляжет. Залезет, но это сейчас вот видно. Обычно залезет, вот не поймешь, где подушка, где Шурик, вот там выемку. Ой, и только сядешь, и он снизу, вот он с той стороны, ему же там на просвет видно, и только ждет, только ты сел, и он тебя снизу зубами. Хвать! Да? Приятного очень мало, друзья. Поэтому я теперь, когда подхожу к дивану, все время тык-тык-тык-тык, так, где Шурик? Потом уже все остальное. Шанель, что там? Когда ты так вот смотришь, я сразу начинаю нервничать, что Шурик мышь привел. Копает диван. Я так понимаю, что подушек у нас уже, считайте, двух нет. Одну сразу он уничтожил. Одну в процессе. Я так понимаю, что диван тоже скоро пострадает. Вот метелка. Не трогай брюки. Говорю, брюки не трогаем. Эй, не то, не то. Вот так. Оп. Да, я сяду. Я тоже хочу сесть. Ты посмотри, все, скажи, подожди, сейчас я залезу, теперь садись. Да? Нет. Шурик. Шурик. Ага, ага, ага. Карман. Деньги и ключи. Вы понимаете, как кусается? Не может добраться. Вот поэтому я на диван, друзья, вот я, получается, хожу. Нет, не лезь под свитер. Шурик. Хожу, я не могу нигде сесть. Потому что он моментально садится рядом и начинает кусать, шмонать карманы. То есть сильно выху, а не Шурик. Все. Легче становится только тогда, когда он засыпает. Но тут я же говорю, что главное на него не сесть. Все прячется. Майск. Ты тут, дитё, спрятался, да? Мой маленький, возле батареи, да? Правильно. Потому что от него, что называется, не спрятаться, не скрыться. Всё, сиди возле батарейки. Вдруг пронесёт. Вдруг не увидит. Хотя на это надеяться шанса мало. Я уже думала, что надо и кухню закрывать, но висит детская качеля, как бы Ангелина с Каролиной катаются, когда приходят в гости. Угу. Укусненькая не подняла обертку от шоколадки, да? Он знает, где найти. Шурик. Полный шмон. А вот так у нас с ума сходит
Да, да, Шанель. Она знает, что там, по идее, Шурик должен быть. Это завлекает. То, что я дома хожу уже в резиновых сапогах, это уже, я так понимаю, надолго. Но меня успокаивает только то, я сказала вам, друзья, что смотрела тоже YouTube-канал енота, что женщина спит в шапке-ушанке много лет ночью, потому что енот на голову атакует ее голову. Поэтому мои сапоги пока что, я надеюсь, как-то мы 3 месяца до тепла попетляем, да? Да не бойся, иди я поглажу, Шанель. Может, ты же с ними дикая стала, ты же всего боишься. Надеюсь, что спать в ушанке мне не придется. Хотя сказать, что она боится, я так не могу. Она стала очень шкодная, смелая, активная кошка. Но выуки стало даваться гораздо реже. Подсознательно ждет откуда-то атаки. Но Шурик ее не трогает. Видите, и все. Нет такого, как за Марселем. Мне иногда кажется, что она уже сама ищет именно стычек, да? Чтобы дать ему по наглой серой моське. Ой, вот так и живем. Ты знаешь, вот волки меньше приносили мне хлопот, живя в доме, чем один енот. Как бы есть с кем сравнить, у меня поросенок жил, тоже мамка отказала. И козленок, и поросенок пока пристроили. Никто, 4 волка, считайте, жил. Никто не может и ворона, и сравниться с вот этим шилопопом. Кто-то пришел.